Все, ладно, пойдем. Хотя. Первый. Все. И второй. Найс! Бегай, бегай! Найс! Найс! Все! Ой-ой-ой, вырубай читы! Какие читы? Найс! Второй. Я ему в ногу попал. Ребят, я хочу задонатить вам 3000 голды. Чтобы я вам задонатил, переходим в комменты, нажимаем на первую ссылку, подписываемся на телеграм-канал и нажимаем кнопку «Забрать 3К». И все, я просто вам на халяву задоначу 3000 голды. И нужно еще обязательно посмотреть этот видос до конца. Ребят, всем здорово. Сегодня я решил сыграть на самых жестких званиях в союзниках. И это на голдах. Вот, мне уже предоставили аккаунт с голдом в союзниках, чтобы я для вас сегодня снял каточек. Этот аккаунт я взял из тех, кто подписан на мой телеграм-канал. На этот аккаунт я уже закинул нож, потому что тут ножа не было. И что, сыграем сегодня на этих голдах? Потому что говорят, что это очень жесткое звание, с него вообще невозможно выбраться. Ну, сегодня мы это проверим. Я уже за этот сезон успел апнуть 4 элиты. Давайте сходу обязательно лайк и подписку. Ну и полетели тогда играть. Друзья, сегодня я сыграл 2 каточки. Они получились очень интересные. Поэтому смотрим видос до конца и полетели к первой катке. Ну и так, дорогие дамы и господа, первая каточка, берем P350. Ля, ну голды это на самом деле реально опасное прям звание. Ну попробуем сейчас развалить их. Вот ля какие. Еще такой смог кинули жесткий. Давай. Найс! Первый. Все, второй. Пупсик. А, понял. Но! Есть! Пистолеточка есть, ребят. Забираем авик сюда. Сыграем, наверное, каточки 2. Посмотрим, на что способны эти голды. Ребята! А! Как? Они опасные прям. Первый. Има, я его боюсь! Ну что делать? Парни, время! Блин. Есть! Има, он даже не выстрелил почему-то. Ну ладно, все, раунд есть. Играю я 1 в 2, ну, потому что я хочу по полной прям развалить этих голдов 1 в 2. Ну, как будто 1 в 2 поинтереснее смотреть. Ребятки! Идите ко мне. Они капец, конечно, опасные, но... Пусть идут. Первый, все, второй. Что это было? Как? Просто сюда этих голдов. Вот это имба была все. Вот это прям красивый раунд. Будем стараться сейчас каждый раунд так забирать. Ну, они будут, наверное, писать, что я софт. Я не знаю. Ну, сейчас они ничего не пишут, кстати. Давайте. Найс! Первый. Второй колено. Yes! Просто имба. Кстати, прошлый видос «Легенда за 24 часа». Я вижу, что вы хотите продолжение. Но я тогда буду дальше апать легенду на том аккаунте, на котором я апнул элиту, и мне там до легенды осталось... А, кстати, отменили ту катку, где против меня софт попался. Так, ладно, сейчас. Ребятки. Давайте. О, нет, пожалуйста. Найс! Второй. Давай, бегай, бегай, бегай. Сюда! Фу, капец, ну нормально, нормально. А, отменили ту катку, короче, и теперь мне до легенды осталось там 240 с чем-то. 243 ММР вроде осталось до легенды. Има! Что он творит? Ну его нафиг. Давайте. Оп! Все, ладно, пойдем. Хотя... Что я дал? Все, второй. Давайте, аккуратно, ребят. Смотрите, бесплатная школа киберспорта. Найс, сюда просто. Ну и кто там жаловался на голдов, что их невозможно обыграть? Ну смотрите, ну они прям по лютому Брайну играют. Офигеть. Как? Найс. Все, и второй у нас. Он может быть где-то тут. Все, ставим. Спокойно все, просто ставим. Тиммейт ливнул. Бро, не иди. Пожалуйста. Ну как? Ну почему? Нет, я же прям в него целился вроде. Ё-моё, ё-моё, ну как? Ну что это за бред? 6-1. Ну это на самом деле уверенно. Для голдов, ну это реально уверенно. Все, пистолеточка у нас. Мне осталось 2 раунда дожать, ребят. И все, и первая каточка есть. Ля, что творят? Давай. Найс! Второй. Пупсик. Давай. Он стоит. Ё-мо, он поставил. Бро. Давай. Найс! Все, все, один раунд остался, боже. Сейчас аккуратно играем. Берем, естественно, авик. И будем сейчас по Брайну выцеливать их и забирать. Что делать? Ребят, вылетел? Или нет? Да, он вылетел! Ну нет, они еще и поставили. Все, второй. Давай, бро.
есть! Что? Все сюда просто. А как он так вылетел, что я его не услышал даже? Ну все, ребят, первая катка достаточно уверенная была. 8-1. Ну сюда, красиво, красиво. Кстати, 52 ММР дали. Мы сейчас этот аккаунт еще и забустим. Ладно, полетели тогда уже в следующую катку. Ну вот, первая каточка у нас уже закончилась. И теперь на очереди у нас вторая. И там уже была прям лютая катка. Ну полетели тогда во вторую катку. P350 сюда. Все, ребят, вторая каточка у нас уже полетела. Будем сейчас опять жестко играть против этих голдов. О! Ема! Ладно, все, я понял. Пупсики, не прячьтесь. Оу! Сюда! Нормально. Почему он сидит? Найс! Все, пистолеточка есть. Кстати, почему они даже ничего не пишут? Прошлые ребята тоже ничего не писали. Эти тоже что-то молчат. Ну, они пока что молчат. Ну, хотя я только что дал прострел там жесткий достаточно. Он даже ничего не написал. Ну, ладно. Ой-ой-ой. Не, все, я понял. Они оба псы, ребят. Давайте поставим тогда аккуратно, я не знаю. Почему они оба псы пошли? Нет. Помогите. 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 Давай, бро. Най! Все, второй. Давай. Выходи. Оу! Сюда просто все. Капец, ну они прям душно играют, офигеть. Ладно, тогда если они занимают апарты, то мне нужно сделать это первее. Ой-ой-ой, вырубать читы. Какие читы? Ну да, как я захотел занять апарты, они просто сидят. Все, просто ставим пачку. Я не знаю. Офигеть, что это было там? Сюда, все. Тот чел с дробовиком, он даже не попал, он там, наверное, офигел. Они уже между собой что-то спорят, софт я или нет. Но как мы видим, ему тиммейт дал понять, что ему немного все равно. Ну ладно. Все, валим. Я их понял, они опять апарты пушат, просто ставим. Ну, это такой бред. А пачка под меня. Давай. Ну что это за стеной? Еще и в ногу попал. Не, ну вот это уже прям полный бред. Он за стеной забрал, я ему еще каким-то образом в ногу попал. Апарты они любят. Почему они пушат, когда я даже не занимаю их? Такой бред уже. Ну ладно, сейчас. Бля, они опять апарты. Ребята, меня там нету. Найс! Все, первый есть. И второй. А он... Он туда же идет. Да или нет? Ха-ха, сюда просто, все, все, больше не втыкаем так, ребят, будем сейчас аккуратно уже их забирать. Я не хочу еще одну катку идти играть. Давайте попробуем наше легендарное окошко. Ой. Есть! Колено забрал, все. Мальчик. Он, наверное, КТ. Он в ту сторону побежал куда-то. Давайте аккуратно. На! Есть, да, КТ был все-таки, ё-моё. Я еще, кстати, хочу видос снять, как выбраться с голдов за 24 часа. Софт бежит. Как вам такая идея, ребят? Я же говорил, софт. Капец. Что это за смог киберспортивный? Ребята. Найс! Второй. Я ему в ногу попал. Какой софт? Ладно, ребят, есть у меня тактика. ХАЕшка. Стоим сюда. Вот так. И все, смотрите. Сюда, реально взорвал. Вот это было с кайфом прям. Все, сейчас за к этой стороне идем. 6-1, ну нормально. Кстати, прошлая катка вроде тоже 6-1 была. Уже давайте по-быстрому сейчас эти два раунда дожмем. И все, и просто сюда. О, все, я понял. Один апсы, а второй сайт. О. Есть! Сюда, все, второй. Он на сайту. Пупсик, пикни уже. Найс! Сюда просто, я его даже не видел. Ну и так, друзья, короче, я перешел в другую комнату, поэтому... Ну давайте по-быстрому доиграем сейчас. Так, полетели, полетели. А! Сюда. Все. Тихо, тихо, тихо. Ну нет, он поставил. Нет, 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 нет. Давай, пикай. Просто сюда, просто сюда. Итак, ребята, я тогда перешел в другую комнату, и мне нужно было, ну, по-быстрому доиграть. Мы этот аккаунт еще и забустили, и нож купили. Ну, просто имба получилось. Все, ребят, вот мы и доиграли на этих голдах. Ставим лайк обязательно, если вы еще не поставили. Подписываемся на канал. Переходим еще в телеграм-канал, там бесплатная голда для вас. Все, я пошел уже готовить следующий видос. Спасибо вам за просмотр, и всем пока.